четверг, 30 июня, экономический факультет Полесского государственного университета отмечал сразу два праздника. Это день экономиста и вручение дипломов выпускникам специальностей «Экономика и управление», «Маркетинг» и «Туризм и гостеприимство». В этом году выпуск составляет 25 человек специальности туризма и гостеприимства, 25 человек специальности маркетинг и 200 человек специальности экономика и управление. У нас в этом году 6 дипломов с отличием. В этом же году у нас сейчас будет вместе с первой ступенью вручаться магистерские дипломы. Будут вручаться грамоты за различные достижения и успехи наших студентов. К собравшимся обратилась декан экономического факультета Ирина Сборина. Она пожелала присутствующим найти свою дорогу в жизни. Среди почетных гостей официальной церемонии и председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик. Он выразил надежду на то, что юноши и девушки внесут свой вклад в экономику города и страны. Шестерым выпускникам он вручил диплом с отличием. От имени Пинского горисполкома, от себя лично, поздравляю вас с огромной победой. Сегодня вы получите дипломы с присвоением квалификации экономиста. Верю в то, что жизнь вас непомерно порадует своими яркими гранями и позитивными событиями. Помните о том, что не только работа оказывается важной, но и личная жизнь, возможность наслаждаться своей судьбой – это тоже очень важно. Желаю вам ярких эмоций, незабываемых событий и понимания важности вашего личного участия в жизни нашего государства. Главными на празднике были все же выпускники. Они прощаются с родными стенами вуза и уходят во взрослую жизнь. Поэтому молодые люди не скрывали своих эмоций. Жалко, конечно, что покидаю эти стены. Хотелось бы еще бы остаться. Поэтому вот и поступаю в магистратуру, и еще так продолжить студенческую жизнь. Конечно, очень было много впечатлений и много чего вспомнить. Сегодня мы бы хотели выразить благодарность нашим преподавателям от лица студентов экономического факультета. За данный нам опыт, знания и все остальное, за то, что они вложили в нас свои труды, силы и энергии, что мы прошли этот увлекательный путь вместе с ними. В первую очередь положительные эмоции, потому что, как-никак, университетские годы, они самые золотые, и дальше начинается новый этап жизни, который тоже полон разных вопросов, как будет дальше, поэтому, естественно, все интересно, круто. Я как староста, мне, допустим, сегодня, наверное, немножечко грустнее, чем всем остальным, потому что я 4 года вкладывала в свою группу в эмоциональном каком-то плане свое время, силы, и я действительно старалась быть как не только старостой формальной, но и лидером, прежде всего, для своей группы. В этом году, так же, как и раньше, в Полесском государственном университете на экономическом факультете 100% распределение. Многие будут работать по специальности в разных сферах экономики по всей стране. Но среди них и те, кто выбрал другой путь и решил продолжить обучение в магистратуре. Часть студентов осталась еще, изъявила желание остаться пишут сейчас, как раз идет процесс написания заявлений на вторую ступень, это магистратура. Мы предлагаем в этом году магистратуру практикоориентированную и дневную, и заочную по специальности экономика и управление и маркетинг. А также у нас 10 бюджетных мест в этом году выделено на магистратуру научно-ориентированную, после которой ребята идут дальше в аспирантуру, остаются работать в университете. В этом году Полесский государственный университет окончили 758 студентов, из них около 500 человек на дневной форме обучения. Обучение в магистратуре завершили 73 человека.